Musk Oriental. Мой любимый аромат вообще в этой коллекции. В нем есть что-то такое анимальное, наверное. Это аромат, который приглашает нас в путешествие на восток, показать нам экзотические цветы, восточные традиции, восточные ритуалы. Аромат обладает безумным обволакивающим звучанием. Он настолько секси, вот его вдыхаешь и не можешь на него надышаться. Поэтому я рекомендую его предлагать тем людям, которые вот ищут каких-то ароматов для соблазна. Вот чтобы соблазнять мужчин, а вы не подскажете, а феромоны, а какие афродизиаки, а что лучше. А вот мужчинам нравятся больше как-то мужские ароматы, ну это понятно. В этой коллекции один из самых мега сексуальных ароматов является Musk Oriental. Потрясающе. Сочетание мускуса и восточных таких теплых нот. Очень стойкий, создающий определенную атмосферу. Очень хороший. Но жасмин считается классическим афродизиаком, кстати.